Подожди-ка. Доброе утро. Доброе утро или ночь. У нас... Я говорил, если ко мне заходить, надо сначала написать, свободен я или нет. И потом я уже назначу время. Ну ладно, раз пришли. На будущее имейте в виду. Да я это, в принципе, знал, но так... Ну, потому что меня нету, или я занят, или еще что-то. Он как раз только сейчас у меня окошко... Все, говорите, пожалуйста. Я слушаю. У нас все записывается и выставляется. Вы не против? Да я и не против, и не за. Мне все равно. Ну, все равно. Я слушаю. Говорите. Если Богу угодно. Да, Господь усмотрит. Это единственное. Да. Да я и не собирался я сейчас звонить, смотрел. Просто так на сердце пришло позвонить. По какой причине я объясню? Вот. Включил ваш ролик. Написано. Ваш ролик с почитателем Осипова. Я, в принципе, не знаю, о чем там. Минуты три я смотрел, но я услышал такую фразу, что человек не понимает. Там вы сказали, что хочу пострадать. А он не понимает, что это вообще такое. Он и не поймет. Христианина мир не понимает. В разных мирах живут люди. Христианин, он, если в мире, который Бог дает, он перешел в другой мир, и о нем судить никто не может. А люди, которые в мире, они не понимают и не поймут никогда. Это невозможно. Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ну, я, в принципе, вот сегодня думал о нашей беседе с вами. И почему-то это даже у меня навязчиво. Я и думать-то специально не собираюсь. А оно навязчиво, как будто бы я с вами беседую. Вот хожу, беседую, сижу, беседую. Вот с вами беседую. Но о чем беседую, что интересно, даже не то, чтобы интересно, это что-то такое интересное. О Игнатии, рабе Божьем. Это понять тоже сложно. Как будто я с вами беседую и говорю вроде как о вас. Но не о вас, а о рабе Божьем, о служителе Бога Отца. И думаю, а кто он? А он служитель Бога Отца, как ангел. Не как посланник Христа и раб Иисуса Христа, вот как апостолы. Они научены Господом Иисусом Христом, и он послал их уже совершенных, и их проповедь со знамениями, чудесами. А Евангелие, благовествование, одни Иоанновых возвещается. Вот у Иоанна было свое учение. Это учение Иоаннов. Это не учение Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа – это ученики уже в мир понесли. А учение Иоаннова – это Евангелие, но это начало Евангелия. Но то, что было в начале, Господь говорит, что я первый, и в последних я тот же. Что я альфа и омега, начало и конец. Что было в начале, то и в конце. Вот сейчас происходит то, что было в начале. Сейчас последнее время. Сейчас уже выйдут вскоре жнецы, делатели. Сказано, молитесь и просите, чтобы Господь выслал делателей. А кто такой делатель? Это сыны Божии, когда стенают в ожидании откровения сынов. Вот откроются суды Божии, написано.
ибо открылись суды твои. Это суды, слова. Я слово, Господь говорит, а вы слова. Вот слова пойдут судить в этот мир. По миру пойдут. Это вот та сеть, которая будет по всей земле. А земля — это мир верующих. И вот, когда недавно смотрю вопросы, задают вопросы. Зачем задаешь вопросы? Идти к Господу очень опасно. Это не так, что пришел, ушел. Спросил, получил ответ, ну и живет дальше, грешит, как грешил. А зачем спрашивать? Кто не со мной, Господь говорит, тот против меня. Если бы не знали, невиновны были. Зачем идешь? Кто тебя направляет? Лукавый, если направляет, то он тебе в погибель. Теперь вину будешь на суде иметь. Какую вину? А ты спросил, а тебе сказали. Кто сказал? Тем более, если раб Божий. Вот я одному написал, не знаю, исчезло это. И спрашиваешь раба Божия. Ты знаешь, что тебе делать? Не знаешь? Отвернись от всякого зла, от всех дел злых своих, от грехов. И обратись к Богу и вере. Обратись. Ты же во грехах так и живешь. И лезешь спрашивать о глубинах, о тайнах, об учении. А зачем? Чтобы исполнить. А ты не исполнишь, если на чужие виноват. И к Игнатию идти опасно очень. Ты становишься или другом Бога, или врагом, другого нету. Вот у Игнатия были как бы друзья, хорошие отношения, а они не от Бога оказались. И что с ними теперь? Дулин там или кто там еще, Скуратовский. По-моему, он был знакомый, да, какое-то время общались. И что? А какая причина? И он сказал, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Какой лукавый вам схитрить сказал, что наследовать царствие, а возлюбили мир, возлюбили грех. Это все тайные грешники. Это я уверен, что эти Дулин — это где-то тайные мерзкие грешники. Они тайно грешат какими-то мерзкими грехами. Скуратовский там и так далее. Вот это сборище сатанинское, которое там конференцию устраивали. Что-то сами грешники открыли про грешника, вот этого, как его, сектовед, сектоведун. Ведуны собрали. Дворкин. Дворкин, да, это ж ведун. Это там враг, враг народа Божия. Это ведун, это ведунные собрались такие же, это сборище сатанинское. Там же ничего нету евангельского. А они говорят, что иудеи, они же высшие веры, как бы такие самые ревнители собрались, да? Ревнители. А по сути они сборище сатанинское. А почему сборище сатанинское? Сатана — это противник, это плотские собрались, а дьявол ими руководит как хочет. Вот плотским человеком плоть духу противится и не покоряется, и не может. Это невозможно плоти покориться духу Божию. Потому что закон греха и смерти во плоти — это закон. Дьявол там хозяин. Вот надо от плоти, от себя отвернуться, если хочешь быть учеником. В жертву принести тело. Что такое богослужение вообще? Вот все говорят, богослужение, вот ходят, какое-то богослужение. Есть евангельское богослужение. Какое? Это жертвоприношение. Всегда в Израиле богослужение это было только в храме. В синагогах это молились, читали закон, но никогда не поклонялись в синагоге.
и шли на поклонение обязательно в храм. Только в храме поклонение. Больше нигде невозможно поклонение. А вот теперь поклонение на всяком месте. Почему? В духе истины. Истина — это Христос. Вот в нас Христос, и в нем поклонение только может быть. Вот это и есть богослужение. Богослужение еще это взаимоотношения христиан. Вот взаимоотношения — это богослужение. Вот в брате Христос, Бог. И вот если ты ему служишь, ты Богу служишь. Принимающий вас, Господь говорит, меня принимает. А принимающий меня принимает пославшего меня, Бога. А Царствие Божие неприметным образом совершается. Мир живет, мир смотрит, ходит, ничего не значащее. Вот такое, как Игнатий Лапкин, ни вида, ни величия. А кто принимает, тот скоро спасется, тот Христа примет. Христа не знает никто. Никто. Только Иоанн Креститель указал на Христа. А почему? Бог дает. Ему сказано, вот на ком увидишь духа в виде голубя, тот Христос. А так не знают. А почему? Они рожденные свыше. Не могут увидеть Царствие. Царствие — это Христос. Все Христос. Вот когда говорят, вот Игнатий, например, чувствует по себе, что избрание, чувствует избрание. Потому что иначе быть не может. И себя в Евангелии находит, в священных книгах Писания находит. А они — это прелесть. Это прелесть. Вот если человек почувствует святость в себе, радуется, и поэтому он освящается еще, потому что недостаточно. Вот почувствовал святость, радуется. И воля Бога, освящение ваше. Это не то, что стал святой и пошел, спасся уже сын, все. Нет, освящаться должен, словом должен освящаться. Вот посвятил свет, словом освятился кто? Ты осветился внутри себя, что ты грешник, ты погибший, что в тебя то, что даже ты светом в себе считал, а это тьма. Все тьма в темнице, душа твоя в темнице, в тюрьме. Но это только христианину, это тому, кто вообще изначально от Бога. Но это ж не всем. А что остальным делать тогда? Что остальным делать? Скажут, да ну, и правильно скажут, не понимаю. А вот есть и козлы есть. Отец ваш дьявол, вы выполняете вожделение отца вашего. А кому он сказал? Что он сказал там племенам каким-то? Он в Израиле это сказал. И он не шутит, он... Это не остроумие, это обличение. Вот Господь не хулит никого. Когда говорят, Господь хулил там или что, никогда никого. Господь обличает. И вообще всякое обличение, оно только в Духе Святом. Если человек начинает что-то говорить, даже дьявола нельзя хулить. Вот христианин никого хулить не имеет, вот грешить будет. А обличение в Духе Святом — это говорить истину, то, что есть. Еще думаю, а как Иоанн в пустыне был? А как же Игнатий? А потом мне открывается. А он тоже в пустыне. Игнатий в пустыне. А почему? Да потому что нету второго такого Игнатия хотя бы. Не еще три Игнатия. Как Игнатий нету, и общения не с кем. Он в пустыне один. Таких нету больше. И вот ученики, они в пустыне.
Вот народ шел. Почему народ через пустыню шел 40 лет? Зачем? А потому что народ, других таких нет, один народ. Он ни с одним народом не общался в это время. И почему не вошли? Никто не вошел, кроме двух. Но это другой смысл вот, насчет двух. А никто не вошел. Да потому что это прообраз. Плоть и кровь царствия не наследуют. Человек не может наследовать такой, как он есть. Он должен умереть для мира, для греха умереть. Вообще душа должна от всего отказаться. А это вопрос, вот сейчас я вспомнил, из-за чего я позвонил. Ну, так мне. Я сказал уже, что понять никто не сможет. Это невозможно. Неприметным образом царствие совершается. Вопрос любви. Любовь, душа, он говорит, почему пострадать обязательно заранее? А хочет душа пострадать за того, за кого Христос, за тебя пострадал Христос. Если... Что случилось? Не слышно меня, да? Слышно, хорошо слышно. Говорите. Гляди, брат, как пират. Может, вы меня слушаете, как вот слушаете, мол, как болтуна? Нет, не так. Я слушаю очень внимательно и перерабатываю все это в себе. Я просто хотел вам показать, какое у меня радостное утро. Видите, я где нахожусь. У меня три голубятня. Как бы я предположил, но я не уверен, думаю, что-то неспроста, Игнатий. Вам видно, нет, что у меня голуби ходят-то? Вон, я вижу. По этажам. Это я утро на прогулку выпускаю. А кошек в это время уношу на голубятню. Там охранять, чтобы пшеницу мыши не ели. У меня интерес, там всегда радость. Потому что это голуби, как они воркуют. Мы утром молимся, а они воркуют. У меня в комнате еще тут одна маленькая голубятня. Вам слышно, может, да, сейчас вот как? Слышно, да, слышно. Это радость. Я ни одного вашего слова не пропускаю. Мимо. Но, Игнатий, я когда говорю о Боге, я перестаю все замечать. Мне не холодно тогда, не жарко. Мне тогда, вот если я даже, я немощный человек, в немощи, я благодарю Бога, что я немощный. Я не прилепший никаким вещам, по хозяйству. Я не прилепший перспектив мирских у меня нету. Я благодарю Бога. И когда я... В основном у меня такая усталость все время. Хроническая такая немощь. Но когда о Боге я говорю, я никакой усталости не чувствую, ни головной боли, ничего. Все отходит от меня. У меня брат так был. Любая болезнь. Он только начинает говорить в Духе Святом. И все отходит. Поэтому я не замечаю ни голубей, ничего. Я не наблюдаю, что... Я вижу вашу комнату, вот там ходит кто-то. Я ничего не замечаю. Ну, так. Так во мне... Ну, в общем, навязчивая такая у меня беседа с Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Вот последнее время я по дому я делать ничего не могу, все же много. Я вот немножко что-то сделаю и сажусь. Уже немощь. Но... Написано, в немощи совершается. Вот есть мощи, да, которые выкапывают из земли, да? Почему они мощи называются вообще? На
написано, в немощи совершается, да, царствие? Немощами моими буду хвалиться, да, немощью моими. Это немощью? Да что значит? Это когда человек по плоти немощный. Вот когда я немощен, я силен. Но Иоанн Креститель, он не так. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна. Что это значит? Вот те способности, которые имеет Игнатий Тихонович Лапкин, где-то там в Потеряевке, не обладает сейчас на земле, вот, например, православной, ни один человек не восставал больше. Это в этом смысле. Из рожденных женами. Не из рожденных от Бога, а из рожденных женами. Это по плоти, по способностям. Понятно, о чем я говорю? Не слышите меня? Я слышу все. Не восставал больше. А кого вы смотреть ходили, Господь говорит? В пустыню. Все больше и больше смотрят. Я так думаю. Все больше и больше. Приехать, посмотреть. Трость ли, говорит, ветром колеблемую? Ну, хотят посмотреть, неужели так твердо этот человек. Пророка, а он говорит, и больше пророка. И больше пророка. А ученикам он что сказал? А, ученики его спросили, говорит, а как же так? Написано, что Илия придет прежде. Он говорит, да, уже приходил. Если кто хочет принять, то говорит, Илия – это Иоанн Креститель. А никто не понял. Никто не принял так. А в конце концов голову отрубили. Если бы знали, что это Илия. Да весь Израиль бы там угождал бы только Илии. Не так разве? Вот если бы сейчас мир узнал и открылись глаза духовные, да? Вот этих волков, или как там, по-другому еще, по-разному, если бы увидели, разве так бы воспринимали? Или если бы овцы были явлены? В этом мире дьявол, он же хорошим, плохим вещам дал хорошие имена. Так обманул весь мир. Дьявол всех обманул. Всех. Невозможно. У него, его интеллект превосходит любой человеческий. Я же не просто взял и позвонил. Я иногда что-то сделаю и переживаю, думаю, не самовольно ли я поступил. А потом я убеждаюсь, что это Господь управил. И мне спокойно становится и радостно. Потому что когда написано, что Бог расселил по всему лица, весь род человеческий Бог от одной крови произвел и расселил по всему лице земли. А что значит лице земли?
Это возделываемая земля. Вот с арамейского языка это возделываемая. А что значит возделываемая? Это то особое, это особые как бы ситуации, над чем Господь куда смотрит и попечение его расселил по всему лице земли. А для чего написано? Дабы искали его. Не ощутят ли? А кто, все люди, что ли? Нет, ни в коем случае. Те, в ком дух от Бога. Чтобы искали. Как искали? Вот душа, она любит и ищет. Где? Не там, где-то ходят по миру, где-то кого-то ищут. Так делают кто? Кто ищет Христа вне себя, они говорят, там Христос, там Христос. Где труп, там соберут. Не сегодня открыто это. Я всему, там, где труп, соберутся орлы. Вот сейчас мне дано так вспомнить. И кто это объяснит? Какой труп? Какие орлы? И вот по-разному толкуют. И я до этого думал, ну как же так? Кто же труп? Кто же труп? А труп? Но мне не то чтобы открыто, мне приоткрывается. О, бездна мудрости и видений Божий. Бездна мудрости и открывает младенцам Господь. Младенцы — это невеста. Невеста. Это разные образы духовные. Труп — это тело Христа. Это церковь его. Она сейчас труп. А он должен воскреснуть. Вот церковь — труп почему? Вот как Господь был распят за грехи наши. Он воскресил его дух. Вот так воскресение должно произойти сейчас. И этот труп начнет оживать. И вот первый, ну, на мой взгляд, по-моему, это первый оживающий, мне кажется, это вот, или один из первых, это Игнатий Лапкин. Это член этого тела, это член, который оживает. И что происходит? И орлы начинают слетаться. Вот они, орлы. Орлы на церковь будут гонения. И не кто-нибудь, не какие-нибудь куропатки, а орлы. Для чего? Не дать ожить, разорвать и сожрать. К Богу идти страшно, а Иисус Христос, Он Бог, к Нему приближаться непросто. Никто безразличный не остается. Или ищут убить потом, кричат, что кровь Его на нас и на детях наших. Или те, которые потом жизнь за него отдают. Этот мир, он развращенный дьяволом, развращен сильно. Раньше Писание, Евангелие боялись в руку взять. И руки помоют, и умоются, и станут на колени, и помолятся. И тогда только читают Священное Писание.
А сейчас на полку кинули. Такое отношение. Вот Господь говорит, исследуйте Писание. Кому Он говорит? Это книжники, фарисеи, это не ученики. Это в народе кто-то слышит. Исследуйте Писание. Через них вы думаете иметь жизнь вечную. Это очень важно, то, что я сейчас скажу. Это то, что не разумеет практически никто. Из этих богословов, там, кто они там еще есть? Профессора. Кто не был. Отцы, там, пресвятые, переподобные, там, подобия, а они еще переподобнее подобного какого. Ну, обезумели. Мир обезумел. Но этому надлежит быть. Всему этому надлежит быть. Мир восплачет, а вы возрадуетесь. Грядет избавление ваше. Вот уже начинает мир плакать. Уже плачет. Первые кто плачет? Ученые плачут. Они понимают, что уже конец. Уже во всех отношениях. Экология все уже не поправишь. Метеориты летят уже. Катастрофа, вулкан в Америке, Гольфстрим меняет свое направление. Вы не слушаете, наверное? Я слушаю. Ну, я вам хочу сказать, чтобы вы не обращали внимания, когда я как будто чем-то занимаюсь другим. Нет. Я иногда работаю на трех каналах. И в это время пишу, я разговариваю. Мне не надо разжевывать. Я понял, я все понял. Я ни одного слова вашего не пропустил мимо. Одновременно я дорабатываю, что сейчас у меня запись была. И одновременно работаю, что у меня в будущем сейчас сегодняшний день предлежит. Но к вам, внимание, ни грамма не уменьшается от этого. Так что согласитесь как-то с этим. Не обращайте внимания на это. Я слушаю очень внимательно. Тогда я должен знать. Да. Мне как-то... Может, вы что-то планировали, и мне побыстрее прекратить разговор? В принципе, у вас... Это я не могу на это сказать, но я сказал только на будущее. Когда нужно будет поговорить, посмотрите. Это не чаще, чем один раз в неделю. Я сейчас закончу. Я обычно людей предупреждаю не чаще одного раза в месяц. Сначала напишут, и я отвечу, как могу или нет, потому что у меня есть другая работа. Я это понимаю, мне не надо. С утра в очереди стоят. Я благодарен Богу, что вы зашли сегодня. Я благодарю Бога, что вы зашли. И это все, с этим сказано. Я за все благодарю Бога. Да. За эту возможность, и за это общение. Так, ну что, если такого срочного ничего нет, мы можем проститься на сегодня. Тогда я закончу эту мысль. Да, говорите, заканчивайте. Господь сказал, исследуйте Писание. Ибо, почему? Он объясняет. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Вы думаете, жизнь вечна. Они правильно думали. Они, когда Израиль искал праведности в законе, искал, конечно. И фарисеи праведности в законе искали. И не только весь Израиль. Праведности. А зачем им праведность? Чтобы не погибнуть, чтобы иметь жизнь вечную. Такое обетование. Не исполнить закон... Погибает человек. А Господь говорит, исследуйте. А они, сейчас очень важно, свидетельствуют обо мне. И люди, ну, скажем, верующие,
во всех там направлениях или по-разному можно называть. Они это как бы взяли как заповедь, что надо исследовать Писание обязательно, и начинают исследовать. Это хорошо, Писание, оно полезно, полезно. Для исправления, наставления полезно Писание. Но, очень важно, они свидетельствуют обо мне. Вот кто, в ком Христос, кто верой принял Христа, принял. Не так, как говорят, позволил, не позволил, это мирской вот этот язык. Все мерзость, позволит, не позволит. Человек – ничтожество. Перед ним народы, как трава. Народы, как трава. Они из себя что-то мнят, личность. Вот кто для себя личность, тот недостоин Христа. Тот недостоин меня, Господь говорит. Кто любит отца своего или мать свою, больше, нежели меня. Это категории, какие отец и мать. А как же не любить? Он говорит, если больше меня, недостоин меня. И это так. Это не какая-то там аллегория, то, что вот так. Это на самом деле так. Это душа, которая от Бога, она его любит. Он говорит, как должна любить. Но не все от Бога, далеко не все. И вот в ком Христос, а во Христе сокрыты все тайны. Все тайны сокрыты. Сокрыты. А в Писании это только притчи. Вот Евангелие написано от Марка, Луки, Иоанна. Это все притчи. Послания, деяния. Это все притчи. А откровение, откровение, он открывается только невесте. Все, больше никому. Открывает тело свое, слово свое открывает. А дьявол обманул этот мир. Они воспринимают, развратил он, весь мир развратил. Бога не боятся. Мудрости невозможно. Невозможно. А берут Писание. Вот у меня дядя, очень образованный человек был. Вот он умер. Он уважаемый, он старался порядочную жизнь вести. Вообще такой человек. И образование, никакого недостатка не было. Он был коммунист. И причем коммунист не такой, чтобы карьерист, а коммунист убежденный. Коммунисты что же они в жертву себя приносили? Они умирали партию за Ленина. И вот он, когда была перестройка, вот эти вещи, он задумался и пошел, купил Библию. И сам в себе он сказал, это он рассказывал, что он подумал, что вот сейчас почитаю и разберусь. Ну кто, если он не разберется, то кто разберет? Кому написано? Ну уж, если там кто-то понимает, то он тем более поймет. И он начал читать, немного почитал и кинул ее на стол и говорит, да это средневековье. И ничего удивительного. Немудрым и разумным мира сего открыл Господь. Вот эти всякие семинарии, эти все курсы, все это не от Бога. Но что происходит? Господь соберет там, где не сеял. Вот кто христианин там окажется, он услышит эти слова. И по слову их, вот что слово их Писание в Евангелии, вот он поэтому не от того, вот кто-то проповедует, допустим, а проповедь Евангелия, она же истинная проповедь, истинная, она в силе Духа Святого только, и все. Остальное не истинная проповедь. Но этому надлежит быть. Вот ходят люди, проповедуют, и свидетели там, и Иеговы, и те, по радио что-то услышал. Вот мой брат как уверовал, он был
как уверовал, он атеистическую литературу читал, а там фразы с Писания в атеистической литературе. Его касались. А он уже аспирантуру закончил, исторический факультет, потом аспирантура, у него была перспектива в Москве очень серьезная. Потом он начал именно читать вот эти фразы. Эти комментарии он не читал. Вот так уверовал. Ему не надо было проповедовать. Ему не надо. Вот так он уверовал. И по-разному. Бог ведет сперва кривыми путями. И там кто-то у баптистов, кто-то там, кто-то вообще может быть среди атеистов воинствующих, а потом обратился к Богу. В конце скажут: «Велики и чудные дела Твои, Господи, велики, Господи Божий Вседержитель». Все, как Он устраивает, это велико и чудно. И вот Господь говорит, что они свидетельствуют о Мне. Вот кто Христа принял, все, в Нем все уже есть. И написано, все будут научены. Все будут научены Богом. Все кто? Те, кто должен. Это не весь мир. Это не все там, кто православные, католики, там еще кто-то. Нет. Все будут научены Богом. Все пути Господни неисследимы. Вот это пути Господни, это вот Его сыны. Сыны-миротворцы. Какие миротворцы? Которые будут в конце творить этот мир. Какой мир? Спасаемый. Вот они будут. Мир дому всему, если мир ваш, если есть там сын мира, мир ваш почиет на нем. Мир ваш почиет на нем, если сын мира. А если нет, то вернется к вам. Вот посланник приходит, вот это миротворец. А кто миротворец? Он и судья. Он прощает грехи, он уже будет или прощать, или связывать грехи. Он как Бог. Это Бог пойдет. Вот это и есть. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Как он придет? Он в детях придет. Вот как отец пришел в сыне, вот теперь славу, которую ты дал мне, я дал им. Вот апостолам, я первый и в последних, я тоже. Вот и в конце. Это пойдут те, которым сказано, что верующие в меня, дела, которые я творю, и более сих сотворит. Вот некоторые дьявол обманывает и говорит, ну как же, надо творить еще больше. А какие больше? Он и мертвых воскрешал, и бесов изгонял. Все это он делал, Господь. И книг не хватит, чтобы описать это все. Ну как, о каких делах он сказал? Он о суде сказал. Вот он пришел не судить, а теперь придет судить. А как придет судить? В сынах. В сынах он придет. Это Христос придет. Принимающий вас принимает меня. А принимающий вас принимает меня. А принимающий меня принимает пославшего меня. Бога принимает. Потому что Бога принять не может тварь. Тварь не может. А дьявол обманывает. Всех Бог любит, идите. Не надо идти. Зло не делай, ты знаешь. Ты имеешь познание добра и зла. Имеешь совесть, живи по совести, тебе достаточно. Придешь на суд, а Господь милостив. Суд с милостью оказавшего. Вот у меня сосед, вот он милость оказывал. Я уверен, он будет на суде помилован. А вот другого человека знаю, то он мерзавец. Он не миловал, он превозносился. Вот это в ад пойдет. И это не те люди, которые церковь, предназначены ко спасению. Есть сосуды, которые вообще предназначены к излитию гнева. Вот примерно их видно. Вот эти псевдо говорят, или как их можно назвать, верующие. Это самые-самые-самые враги. И вот Господь говорит, что они свидетельствуют о Мне. И вот в ком Христос, вот тут научается Богом,
Духом Святым наставляется на всякую истину. Но мир этого не знает и не понимает, и невозможно. Ничего не значащее избрал Бог, дабы посрамить значащее. Вот эти хоромы, эти роскошь, эти звания. Дворкин, сколько там у него этих званий? Сколько у него этих званий? Он же такой авторитет. Он все. А на самом деле он намного хуже, чем вот там раскопали, что-то на него написали. Он же, по сути, он намного хуже. Там мерзость, то, что определили корреспонденты или кто. И окружение то. Там же христианин не может находиться. Христианину там находиться невозможно. Вот в этом сборище сатанинском. Вот там 120 человек, да? Там их больше было, по сути, там кто-то с фотоаппаратом, кто-то с микрофонами, там с подтяжкой что-то там записывал. А видео не писали. Это ну, такие гаденыши собрались. Сплетение такое. Но они намного хуже. Это ужас их ждет. Это сосуды гнева. Но они должны быть. Разгневан Господь. Гнев и зальет. Вот сперва гнев и зальет. Им первым достанется. И вот когда спрашивают, а зачем ты спрашиваешь? Что, почему Господь поставил, там, не умолитесь, почему так сказал или так? А ты скажи, ты отвернулся, ты грешишь? Конечно, грешит. А у него эти вопросы, ему, ну почему это? А почему так написано? И вот начинают, а многие что делают? Они Игнатия искушают. Они задают ему вопросы. Как же? Они говорят, вот все про иконы уже замучили. Уже вот иконы, поклонение иконам. Поклонение иконам только Богу. А Игнатия и ответит, что я не кланяюсь. Это вопросы никому. Я не поклоняюсь. Только Богу поклоняюсь. А объяснять, почему там кто-то поклоняется... Он не обязан. А зачем ты спрашиваешь? Ты искушаешь или ты поклоняешься и не знаешь, правильно ты делаешь или нет? Они же искушают. Они хотят все уловить, хочет дьявол. Как в Израиле хотели уловить Иисуса Христа. Что они искали исполнение или искали, чему научат, они последуют, они поверили в него. Это только ученики, которые именно ходили за ним. А остальные что делали? Они хотели уловить. И сами попадались. А вот кто спрашивает, зачем? Тебе зачем это надо? Вот каждому человеку, в принципе, любого, я уверен, он знает достаточно знаний, чтобы начать приближаться к спасению. Он знает, не надо воровать. Хоть он католик, хоть он язычник, он знает, не надо воровать. Он знает, будет суд, будет. Это только атеисты там что-то они пытаются из себя выставлять. Ну, это такая группа людей, это скудоумные люди, очень скудоумные. Они же вот типа Познера. Познер, он в мире считается такой рассудительный, у него встречи такие, и вот он там... А на самом деле скудоумный он, очень скудоумный. Начало мудрости страх Господень, не имеет страха. Он хоть академик будет, хоть профессор 5 академий, член-корреспондент, любой член будет везде. Он просто ну как сказать, недоумок. А в мире он великий. В мире он... Все, что велико в мире, мерзость пред Богом.
Вот кто что в мире достиг, какой известности, популярности именно в мире. Это дьявол дал. Славу эту дает. Все, иначе невозможно. Вот в этом мире невозможно ничего достигнуть. Потому что князь мира дьявол, все царства преданы ему, все духовные царства. Это не то, что там Франция, Россия, там Германия или что-то. Это духовные царства. И спорт, он, человек посвящает себя, почему? Дух. Дух нечистый в нем. И он жертвует и семейным положением, и всем-всем-всем, чтобы постоять и эту медальку получить. А на это благословляют его. Кто-то благословляет, и он думает, что вот он прославит Россию. Вообще христианин он не может быть ни патриотом. Это невозможно. Нету ни иудея, ни эллина, ни русского, ни француза, ни грузина, ни армяна, ни еврея. Во Христе нету. Родина, отечество на небесах. И всякое вот это патриотизм. У меня тоже это еще есть по плоти. Мне стыдно самому перед собой, что вот заиграет марш военный там, то у меня военные родственники, меня касается, допустим, отец офицер, дядька офицер, про которого говорю. Оно плотское. А плотское – это Адам. Адам плотский в нас. Вот он патриот. А вот в нем все умираем. Во Христе все живут. Так что я тоже в пустыне. Я, может, много говорю, у меня нет собеседника. Ну, так Господь устроил. И сразу все понимаешь. И, скорее всего, потом. Слава тебе, Боже мой, за все благодарю. Если бы я был распоряжался жизнью своей, все бы было не так. А в принципе, широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Куда ни пойдет человек, это все в погибель. Пространен, туда пошел, погибель. Туда пошел, погибель. Туда, погибель. И вот путь. И немногие находят. Немногие находят. А кто находит? Любопытные нет. Любовь. Все. Только любовь. Вот тот, кто к Иоанну шел, что ж они? Это разумные люди, верующие. Верующие шли, иудеи шли. Вера иудейская, а так израильтяне и вся окрестность. Кто шел? Иерусалим, в движение пришел. В движение Иерусалим, город мира, центр. Это не кто-то. А там Иоанн ходит во вретище. Во вретище. Кто он? Чудес не делает Иоанн. Знамений не делает. Он не пророчествует. А что он говорит? Покайтесь, все погибшие. Крещение Иоаннова – это не крещение во имя Иисуса Христа. А что это за крещение Иоаннова? А если по сути они в него крестились? Вот ученику достаточно быть как учитель. Вот они крестились в Иоанна, это его ученики. А потом из них кто-то уже крестился во имя Иисуса Христа и из народа. А сперва в Иоанна крестились. Его приняли. Ему поверили, значит, его приняли. И это хорошо, в покаяние. Но этого недостаточно. Надо, чтобы всякая гора,
всякий холм да, это, понизится, всякий дол да наполнится, и кривые пути выровнятся. Это чтобы Господа встретить, принять. Ты гряди, Господи. Ты. Этот мир. Все ценности мира, какие здесь ценности? Те, которые навязал дьявол в этом мире. Это любые. Вот он, отец лжи, когда говорит свое, когда он лжет, он не всегда лжет же. Он много говорит очень. Много говорит, что про благотворительность, про демократию, про права человека. Вот это все он говорит, вроде хорошее. И там он говорит, с этим он лжет. Вот тогда он говорит свое. А он же, кто такой дьявол? Дьявол. Вот грек, монах тут. Я говорю, а как вот, что значит с греческого дьявол? Он говорит, а это двойственный. Он на белое может сказать белое, а может сказать черное. И также и на черное может сказать черное, а может белое. Но учеников он не может совратить, потому что Господь говорит, я осветил вас словом истины, освященный. Уже тьма не может проникнуть в ученика. В период, когда Господь был с учениками, то тогда не могла тьма проникнуть в среду учеников и в самих учеников. И Господь говорит, вот идет дьявол, и во мне не имеет ничего. Ничего. Господь говорит, мужайтесь, ибо я победил мир. А что значит победил мир? Что он? Ну, ничего. Как? Что значит победил мир, Господь? А то, что мир все делал, чтобы Господь согрешил, чтобы Господь было в чем обвинить его, чтобы он чем-то заинтересовался в этом мире, чем-то занялся, что-то чем-то совратился, а он все-таки принял, воспринял он и он стал как человек. И вот этот мир все сделал. И искушал, и соблазнил, все. И он это все прошел. И ничего он не принял от этого мира. Ничего абсолютно. Вот так он победил мир. Вот его победа. Ибо я победил мир. А человек не может победить, например, чему-то научен быть, и пойду, теперь не буду грешить, буду побеждать мир. Вот много таких движений всяких, там, саентология, там, да, много-много. И вот человек думает, он сам что-то, без меня не можете ничего. Почему? Потому что человек, уверовавший, принявший с благоговением, с любовью, с радостью Евангелие Христа, семя это принявший, это семя. Это уже сын Авраама по вере. Авраам – патриарх верующих, всех христиан. Вот принявший, и вот в нем новый человек, внутренний, незаметно для мира, возрастает. И вот душа только в этом человечке уже начинает жить как... Сразу полноты нету такой. Надо возрасти в меру возраста Христова. Надо в эту меру возрасти. Потому что маленький растет, растет. И вот когда Господь говорит, что написал вам юноши, вы победили лукавого. А кто такой лукавый? Что он где-то летает лукавый? Или ходит рядом? Или где-то? Нет. Это я лукавый. Другой лукавый. Лукавый – это по плоти я лукавый. По плоти. Злой, хитрый. Вы, будучи злы, да, ученикам Господь, рядом ученики последовали. Все избранные. Он говорит, вы, будучи злы. Вот по плоти злой, другой быть не может. А злой – это не значит, берешь и там пошел грабить, убивать,
Это вообще ужас. Этого именоваться не должно среди христиан. Вот то, о чем говорится, брат. Вот сейчас запросто говорят, вот о прелюбодействе, блуде, что там от блуд, там исповедуются опять, что-то аборты. Это вообще ужас в мире даже. В порядочном мире это не надо быть верующим. А среди христиан это именоваться даже не должно. Вот эти грехи именоваться даже не должны. Вот Господь говорит, а я вам говорю, всякий гневающийся напрасно человек-убийца. Вот. А закон Господь отменил весь. Но не просто. Закон он и сейчас, и не придет вот этот мир, и черта не придет, ни одна йота из закона не придет, пока не исполнится все. А отменил Господь собою, вот в ком он, душа в нем уже, в храме, на поклонении Отцу, соединение с Духом. Дух есть любовь, вот, в любви к Отцу. Вот она под благодатью, она свободная душа, ей не нужны никакие законы. А есть закон Духа жизни, вот закон Дух жизни, это Дух Христа, это Дух Сына. Вот когда человек занимается, например, христианин же не взят от этого мира, вот он занимается в этом мире, вот Игнатий Лапкин, например, вот дети собираются, вот он занимается, он под законом Духа жизни бывает, потому что такая заботы житейские, когда не должен все равно под законом. А бывает период, когда такое состояние, что во Христе уже это немножко другая ситуация. Это внутри человека происходит. Я сейчас вспомнил вещь одну. Может, я ошибаюсь, но я все равно, я озвучу ее. Мне так пришло, если от Бога это, думаю, я должен сказать, а я надеюсь, что это от Бога. Вот сегодня мне подумалось, вот, а зачем Игнатий Тихонович Лапкин 40 лет, по-моему, да? Детьми детский лагерь. Директор. 44. 4 года. А почему? Что это? И так мне пришло, что сам по себе вот такой. Нет. Так дано. Богом дано. А что это? И мне подумалось, что это прообраз даже. Это прообраз. Вот служение еще не началось. Вот сейчас начинается служение Иоаннова. Это служение Игнатия, раба Божьего. А уже, думаю, в этом году уже не будет детей в этом лагере. Уже будут христиане, дети Божьи приезжать. До этого воспитывал детей. Вот так думаю. Так, я думаю, так Бог так устраивал. А теперь другие дети. Дети – это как прообраз. А теперь дети Божии должны идти к Игнатию. И всему надлежало быть. Потому что просто если бы Игнатий или не Игнатий, если откуда-то пришел с острова и начал бы проповедовать православным, что получилось? Вот так Иоанн, он из народа был, сын священника был духовно. И он только мог, Израиль только его послушал. А если бы со стороны кто-то пришел, никогда без Израиля. Вообще Израиль очень относился малейше. Иудеи не мог сообщаться даже с язычником. Вот так. И вот такая жизнь у Игнатия была. Человеку невозможно прожить такую жизнь. Да и сам Игнатий понимает, что он сам это чувствует, что просто человеку невозможно прожить такую жизнь. И сам об этом славит Бога. Он православный. Он славит Бога. Он что бы ни сделал, это Бог.
А спроси кого-то другого, православный. Я православный. А что значит православный? Правильно славить. А ты славишь? Плечами пожимают. Они вообще ни о чем не задумываются. Просто пошел. Что ему надо сделать? Поставить свечку. Акафисты там какие, там молитвы, книжечку прочел. Вот уже он заслужил некоторое спасение, некоторое одобрение от Бога он заслужил. И вот из тех, кто так обманут, они потом услышат. А для православия Иоанн Креститель это трепет и благоговение. Это отцы православия, почтение. Там такое, что... А что ж, в последнее время никто не должен от Бога прийти, никто не должен вразумлять. Написано «спасение от иудеев». А иудей не тот, что по плоти таков. Вот Игнатий иудей. Не по плоти, но по духу. Обрезание в сердце. По духу. А спасение и от иудеев написано. А иудеи – это не народ. Им верено слово. В прообразе им верено слово. В прообразе. Вот. Тора, да? А сейчас верено слово. Христос. Он не доверял себя всем. Потому что он не доверял себе, потому что знал все. Себя не доверял. Тогда уже. То, что он говорил, слово живо и действенно. Не просто произносил слово. Вот кто принимал, он его принимал. Все так будет. Это духовный мир. Это мир спасаемый. Он невидимый для этих глаз. Ну вот. Наверное, утомились вы, да, Игнатий Тихонович? Меня тут ждут уже. Тут стучались за это время, да и тут... Ребят отпускать надо на работу. Ладно, я заканчиваю. Вот мой брат старший, я много от него взял, мне так Бог дал. Умер брат мой. Но он когда говорил о Боге, вот хоть самолет будет улетать, хоть поезд уезжать, и вот уже все там это... Он никогда не прервал. Никогда. Ради даже... Вот ему лететь, у него нет. И ни разу никуда не опоздал. И ничего, и ни один самолет без него не улетел. Я думаю, это брат, уже ж ситуация, надо быстрее бежать, уже машину где-то ловить, искать. Я на поезд уже опаздываю, все. И вроде все, опоздал. Я думаю, Господи, а как так может быть? Брат мой задержал. О Боге говорил, а я вот уже все. И нет, на поезд я все равно садился и ехал. Ну, такие факты по жизни у нас, у христиан такие факты. Для чего? Испытываемся и так далее. А всегда это будут заботы житейские. Кто-то на работу, кто-то куда-то. Потому что духовный ему скажет, да, все не так ты делаешь. Я просто это говорю к тому, что на меня это не впечатляет, что... Я про себя просто говорю. Не впечатляет, потому что я знал брата моего. Это мне ценность. Ценность христианина – это другие, это не ценности этого мира. Это совсем... Это безумные ради Христа. Все не так делают. А если... Вот когда Иоанн проповедует и говорит, всякая гора да понизится, все. Вот эти ценности этого мира, что в мире цены, гора, авторитетные, она ничто должна быть для христианина. И что в этом мире ничтожество, она тоже
так не должно для христианина, он ровно должно быть. Треть так, лишь бы Христа ничего не заслонило. Раньше царя так встречали в Израиле, что царь, когда куда въезжает, это вообще на Востоке так. И вот эта проповедь Иоанна, он так учит, что прямыми сделайте. Вот кто в этом мире, все ценности. Павел говорит, если чем хвалиться по плоти, то это мне, Павлу. Почему? Потому что он фарисей, Вот сейчас думают, что фарисеи, там, лицемерие, я не такой, как фарисей. Да, да фарисея, я не знаю, вот встретить бы какого-нибудь, как фарисея. А Господь говорит, блудницы впереди вас идут в царствие. Вот как. Если ваша праведность не превзойдет праведности фарисейской, а кто сейчас сравнится с фарисеями? Кто? Он говорит, не войдете в царствие. А праведность по вере. Потому что всякий исповедующий Иисуса Христа Господом к праведности. К праведности. А что это значит? Ходить и говорить, вот Иисус Христос мой Господь. Да? Нет, это не это. А это и есть прославление Иисуса Христа. Это когда спрашивают, а почему ты не воруешь? А почему ты ушел с этой работы? А почему это с точки зрения этого мира, это безумие? А почему ты, допустим, вот смотрят, курил, пил, что-то такое, и теперь не делает? А почему? А он исповедует, он говорит, а потому что Господь мой, Иисус Христос, он говорит, это грех. Вот исповедание дает отчет. Ну, я, простите меня, я как бы это продолжил сейчас. Вам надо идти. Ну, все. Все. Я прошу извинения, я, может, это злоупотребил вашим терпением. А слава Божию, все пусть будет. Все, что во имя Его. Да. Если что делаете, делайте во имя Его. Это тоже надо разуметь. Хорошо. Отключайтесь. Но я такой вопрос у меня в конце. У вас такие условия, что раз в неделю, в месяц позвонить, или то мне что вы скажете в конце? В принципе, вот мы с вами беседовали, да? Вот в конце вы что скажете? Ну, вы меня вопрос-то не задавали, когда можно было. А сейчас я уже ухожу, поэтому вопросы останутся пока не отвечены. В следующий раз, если вы будете приходить, вы о себе уже все рассказали, приготовьте в письменном виде вопросы, чтобы ничего не пропустить. И я готов ответить на ваши вопросы. Притом я православный, вы это подчеркиваете всегда, что для меня 4 параметра, по которым я отвечаю. 4. Первое. Святая Библия. 77 книг все. Второе, обязательно, это каноны церкви, Вселенские поместные святых отцов, книга правил. Третье, обязательно, я учитываю, жития святых, 1173 жития, и патрология, толкование, а это 300 томов фолиантов. Сколько мне известно, я стараюсь войти в это, и с чем я не согласен, с сегодняшним. Для меня, как эпиграф, существует такое изречение, Слово Божие живо и действенно. Вот оно живо сегодня, вчера и всегда. И оно действенно на сегодняшнем, до разделения души и духа, состава и мозгов. И судит помышление и намерение сердечное. Чтобы оно заговорило с народом. Не просто я знаю наизусть, а я знаю, что нарушается оно. И это нехорошо, и это опасно, и это не любовь к Богу. Вот что у меня. Я очень такой ограниченный человек. Вот меня привезли, со стройки сняли, я всю жизнь на стройке работал. Ну и защемило, у меня 3 грыжи, я тяжести большие носил, хотя очень проворное было. У меня почти все время 300% была выработка на стройке. Ну и маленько меня там это расслабили. И я вышел первый раз в коридор. И сразу пришел профессор краевой больницы. Я вас вот слышал много, и я хотел поговорить. Ну и стал задавать вопросы, ну а я отвечаю по Писанию.
минуты 3-4, он говорит, у вас свои-то мысли есть, что вы меня цитируете, как цитатник Мао. Я говорю, потому что божественная мудрость лучше, чем самобытная глупость. Ну, а я думал, вы умный такой человек, а у вас своего ничего и нет. Я говорю, а я вас давно уже знаю. А как вы знаете? А я в Святой Библии читал, он еще к Адаму подошел. Вы хотите меня выбросить за ограду Священного Писания? Ловите нам лисицы или синята, ибо портят виноградник. Они одну заповедь убери, то штахетник, дыра туда полезут. И вы хотите меня туда перекинуть на ту сторону, я туда не пойду. Я нахожусь огражденный Богом, Словом Божиим. И он ко мне потерял всякий интерес. Вот я приезжаю в Пензу, как у баптистов. Я не баптист, но православный, но я много посещал баптистов. И там сразу пошла молва, к нам пророк Илия пришел. Представляете, такую оценку. Я никогда не опровергаю, начни говорить, о, это ты такой от себя, а на самом деле ты думаешь о себе больше. А я знаю, о себе начни говорить, люди скажут, они все говорит. Он что-то таит где-то, поэтому я ничего не вырезаю, как есть. Вот если я молчу, значит, ты вообще темный человек. Ну вот первая беседа с баптистами, договорились, говорить равное время, по 3 или 5 минут, а остальные слушатели могут помогать только записками, ни один не выступает. Ну, избрали одного, один на один, один там, как шахматные часы. Ровно следить. А кто будет нарушать порядок, тех выводить. Согласны? Согласны. Ну, и у баптистов, ну, еще, у них три. Первое, икона – это идолы. Это, как правило, всегда так. Второе, священство не нужно, мы все священники, цари у Бога. И третье, тысячелетнее царство, которое когда-то будет. По всем вопросам – нуль. Но я стал объяснять им. Они мгновенно сразу, как зашумели, как закричали, бабушки сидят. Он пресвитер пытается, Матрёна Митрофановна, сядьте, она никаких. Да что вы привели дала поклонника тут нам, они еще не знают. Дальше сразу общее мнение составлено, гнилой пень. Пророк Илия меня сразу не извергли, минуя человеческое звание, гнилой пень. Видите как, ну это все равно, что вот старообрядец был и сразу перешел бы к иеговистам. Ну, тут переходные должен к патриархии перейти, к баптистам, к адвентистам, как они возникали, так и это. Так и это. Я молчу, я все выслушал, принял это к сведению, ну, как синод наш говорит, патриархийный, принял к сведению. Но не более. Меня вы не спрашивали. Вот, допустим, толкование, где труп соберутся орлы, я бы сказал. Но раз не спрашивали, значит, мое мнение тут не нужно. Я... Слушать. Ко мне гость пришел, и я оказал ему всяческое уважение. Вы говорите, я слушаю, и одновременно я молюсь. Молюсь и думаю так, что эта встреча не случайная, она нужна, и ее будут смотреть многие. А молитва здесь все будет у меня охватывать. Я сейчас молюсь, и сейчас только прекратим разговаривать, буду молиться, и днем и ночью я буду вспоминать об этой встрече. Ваше имя знаете, как переводится? Это мое плотское имя, у меня другое имя. Но все равно, плотское это плотское, но заложено уже. Почему Господь говорит, Симон, ты Петр, а он Кифа был-то. Так вот, Евгения означает благородный. Я знаю. Знаете, и поэтому... Ну, какие элементарные вещи, да. Я, благородство, конечно... Благородство нас должно сопровождать. Так, с Богом. Об этом тоже можно было заправиться. Беру тут маленько что-то. Я сейчас уберу здесь.